Доброе утро, мои дорогие друзья! Вот такая сегодня у нас хреновая погода, которая началась еще вчера. Вчера не записывал ничего, поскольку дождь постоянно льет у нас. Вот всю ночь лил ливни. Вчера поймал одну щучку на кружок маленькую, 600 грамм. А так только вымок весь там на озере. Сегодня тоже будет, видимо, заливать. Вот разжег костерчик. Такую погоду, как никогда, хочется наличие костерка, согреться, обсохнуть хорошенько. Вот. А так в целом все замечательно. Природа, свежий воздух, свобода и так далее. Жарим рыбку. И любовь моя, и печаль. Там у нас вялится рыбка. Но увидимся мы не скоро. Пришлось от дождя в шатер повесить. Увезут меня завтра вдаль. Зайди ветер холодный свищет. И мороз как струна звенит. Где меня сам Господь не сыщет. Потому и душа так болит. Что с тобой нас разлучат годы. Вот чистим рыбку. Это я вчера живцов ловил. А которые крупные, они не подходят. Мы их на еду. Щучка у нас, окуня. В общем, на обед будет опять жареная рыба. Всем рекомендую вот такую зубочистку. Ой, рыбочистку, не зубочистку. Очень удобная штука. Щука, окуней чистить. Вот такие штуковины на ней. Очень удобно. Ну, погода хреновая. Рыбачить, наверное, не будем. Отдохнуть с женой любимой и детьми. Романтика. Несмотря на сырую погоду, ощущение свежего карельского воздуха, кругом тайга, ближайший населенный пункт от нас в 40 километрах, только мы и медведи. Красота. Ты боишься костра? Не бойся. Не бойся костра. Вот, бейся. Бей лапки свои. Лапки бей. Вот, видишь, как тепло. Вот. Вот. Боишься огня? Огня боишься. Вот. И боишься. Вот, ребята, ловлю живцов. Сик. Ага. Вообще не мелочь какая-то. Ну такой нормальный. Нормалек. Для керити. Ну да. Это сик. Ну, экземплярчик. Посолим. На погоду плохую. Не любят вот плохую погоду. С берега, ну вообще. Свежок. На этом камне мы ловим сотовую связь, мегафон. Но сегодня нам ее поймать не удается пока что. Очень отвратительная погода, дождь, ветер, порыбачить не получается.
Плюс 8 градусов всего. Ладно, продолжим завтра. Доброе утро, мои друзья. Сегодня холодный такой денек. Встали всего плюс 7, сейчас теплеет, уже плюс 8. Ветер, море слетело. В общем, погода шепчет. Но спасаемся у костерка. А так, в целом, все хорошо. На ужин, как обычно, у нас будет жареная рыба. Погода плохая, холодно, 7 градусов, ветер, иногда моросящий дождь. Север. Итак, друзья, у нас ужин. На ужин, как всегда, жареная рыба, целая чашка вон, и жареная картошечка, предварительно отваренная, с лучком, с яичком обжаренная. Здесь тайга. И грибочки. Лековая. Спасибо тайга, еще раз огромное Наташе из Костомукши. Очень вкусно все. Добычика труд кормит много. Сидим просто вот наслаждаемся. С очень вкусно. У костерка. Грибочки капнули. Отзовят. Только Бог и товарищ да ноги. На севере. Над нами тоже солнце светит на севере. И не беда, что пасмурно и дождичек пока. На севере таких красот нигде не встретить на севере. И никогда здесь солнце не погасят облака. Велик нашей северной тундры простор, тишина лишь кауровых трав, перецветы и под синью медвежьи лапы озер. В киноварь мягких мхов берега разодеты. На севере над нами тоже солнце светит на севере. Ну что, друзья, сегодня день такой, не рыболовный, рыба не клюет, холодно очень. Мы тут замерзли, вот только костром и спасаемся. За весь день температура не поднималась выше 8 градусов. Сейчас 7 градусов. Дубак. Ну ладно, на этом будем эту серию заканчивать. Не знаем, улучшится ли завтра погода. Очень надеемся на это. Ладно, всего доброго. Спокойной ночи.